Что мне пришлось повторить. Короче, я вам еще раз хочу сказать, что в Костелушко попасть не можем. Вот, хотя вся информация есть, значит, в интернете. Ну, как не то, что у них прям сито интернет, да, но у них всякая разная там по туризму, и все время тебя отправляют вот это Костелло, хотя он закрыт. Там есть люди, это как бы ходят, мы им звоним, они не открывают. То есть зайти туда невозможно. Поэтому я решила вам показать вот эти дырки. Поначалу они... То есть это не дырки, это круглые отверстия. Их вот с этой стороны их 10, да? Сейчас я вам покажу еще и с другой стороны. Поэтому, ну, как бы здесь тоже интересно, много вещей можно посмотреть. Поэтому мы поснимаем. Это все в нашем стиле. Все не от каких-то не высших цивилизаций, а от высшего суперинтеллекта. Потому что суперинтеллект, он выше любого, любой высшей цивилизации, поверьте мне. То, что он делает, что хочет. Он разрушает, как хочет, он делает, что хочет. Он оставляет... У меня, блин, паутина на телефоне. Эче, принятая. Рань, ой. Вадим, блин. Ho visto le file, capito? Non c'è niente su di me. Короче, ребята, ну блин, увидела Масеньки, я хорошая девочка, да, хорошая. Блин, пауков боюсь, слушайте, собачек тоже боюсь, конечно, но маленький. Да, ты хорошая девочка. Ну, ой, что я увидела, ребята, что я увидела. В общем, короче, эти дырочки, да, мы сейчас их просто лучше с другой стороны изучим. Но что я увидела, это вообще невероятное открытие. Во-первых, посмотрите, какая арка неровная, да. Там я сейчас еще вам балку покажу. И дверь, это вообще тоже странная. Ой, здесь, видите, классно, что здесь ничего не делают. Ну, я уже вам говорила, вот такие, когда вот чисто ее творение, вот эти вот, ее эти... Это невозможно ничего сделать никому. Вот, поэтому можно только у нее поспросить разрешение и пожить. Вот, это у нас вот замок там, который мы не можем никак попасть. Но он мне говорит, что можно там с другой стороны обойти. Ой, собачка еще одна идет. Вот. Но я такое нашла. Вы сейчас обалдеете. Вы посмотрите. Просто невероятное зрелище. Ребята, это все. Посмотрите, это все. Это вообще просто идет откуда? Идет с крыши. Вот видите, посмотрите. Как капуста цветет. Это просто как присоски. Невероятно. Не, это вообще. У меня нет слов. На голом месте. То, что мы снимали, значит, с вами в горах, да, вот эта камнеломка. Она здесь, посмотрите, что делает. Как будто это живое что-то. Вот, ну, в смысле, вообще живой организм. В смысле, вообще животное. В смысле, не просто растение, да? Понятно, что растения тоже живые. Но это вообще какой-то суперорганизм. Да, это камнеломка. Я не знаю, блин, мне кажется, что меня кусают пауки. Хотя я знаю, что пауки вроде не кусаются. Но есть такие пауки, которые кусаются. Вот. Это вообще что-то. Я сейчас по этому видео сделаю короткое тоже. Это просто как будто осы, да, здесь, да? Вот. Посмотрите, опять же, мне нравится. Посмотрите, как лежит вот этот вот наш кирпич, вот этот вот. Гранитный, в смысле. Посмотрите, какие вибрационные линии, кстати. Да? Видите как? Вот. Тут тоже, как если обратили внимание, вибрационных линий полно, да? Кстати, в три этажа вибрационные линии. Вот, хотя мы вообще в поле находимся. Сейчас я вам еще двери покажу. Тут вроде как скоба была. Не, ну эти штуки меня вообще свели с ума. Посмотрите опять, да? Видите? Посмотрите, что вот. Опять на камне вот такие вот, да? Какая, сами по себе, как червячки такие, да? Видите? Растения эти. Прилипли, главное, так, да, и даже не отлепляются. Так, где-то... А, мне казалось, что там... А, вот эту я сейчас скобу покажу вам. Подождите, сначала покажу вам гвоздь. Там гвоздь торчит, видите? Телефон что-то у меня очень-очень тормозит, я хочу сказать. Даже зум делается как-то плохо.
Видите, еле-еле идет зум. Видите, съеденный кирпич абсолютно. Чего показать это? Смотрите, абсолютно наша скоба. Абсолютно она вышла отсюда, вышла из камня. Смотрите. Что-то у меня вообще с телефоном проблема. Смотрите, смотрите, смотрите. Видите, как она вышла из камня? Она неровная, вообще у нее поверхность. Вот так вот. И тут еще наши паутинки, посмотрите. Видите, знаете? Все опутали, посмотрите. Как вам это? А? Тут нет, то тут просто корка, да? Блин, мне кажется, что... Ну, видите, это находилось, нахватало это паутины на себя. Блин, теперь мне эти нитки, они меня мучают. Так, сейчас я вам покажу, еще тут гвозди торчат. А эти стены вообще, что торчат, да? Кстати. И тоже в нашем стиле. Ну, конечно, если я там целую стену с кладбищем, можно сказать, гвоздей сняла не на кого, ну, на моих-то друзей повлияла, а там на других-то нет. То есть мне сказали, что даже и что здесь такого? Ну, конечно, прям каждый день видят, да. Кэти, еще одна девочка пришла. Сейчас вдвоем будут на меня лаять. Вот посмотрите еще эта штука, да? Офигительная. Слушайте, тяжелая вообще. Вообще тяжелая просто крюк, видите? Вот так вот, вот можно было бы его сделать. Тут еще, видите, отверстие будет, да? Такая вообще, да, змейка тут. Удивительные, да, вещи. А двери-то какие, ребятушки. Ой. Просто невероятные. Двери вообще. Двери, наверное, там многотонные, потому что они даже не шевелятся, ребят. Я их трогаю. Они даже не шевелятся. Даже не трясутся. Видите, все. В стене все. Кстати, наш этот. Какой, видите, он даже лопнул уже, видите? Наш чугун. Наш, в смысле, по моей вот этой вот жижевой теории. Который не человеческий. Наш, это значит не человеческий. Вот. Видите, тут он тоже к стенке, видите, прикрепляется вот всей этой паутины нашей. И тут, посмотрите, как тоже она идет, видите? Тебе приходится вот такие делать съемки. Супер увеличивать. И здесь, видите, этот замок. То есть эта дверь уже, вот как ее открыли, так ее не закрывали больше. А может, она и не была даже закрытая. Кстати, да, видите? Интересно, можно вообще ее закрыть? Кстати, такой замок, да? Все это, тут все само образовалось. Плохая видимость, плохо видно. Сейчас вам показать саму дверь. Посмотрите, дверь какая сама вообще. Вообще две арки, поглядите, да? Просто. Посмотрите, здесь арки. Посмотрите, да? Знаете? Вот тут арки. Это вообще не... Дверь сама тоже невероятная. Я говорю, ребятушки, я попробовала ее просто пошевелить. Она даже не шевелится. Она даже не затряслась. Прикиньте, какая она тяжелая. И тут вот эти опять вот эти пупырышки, да? Вот которые вот просто где хотят, там и торчат, да? Кстати. Где хотят, там и торчат. Да, везде, посмотрите, везде, по всей двери. И еще маленькие там торчат, типа гвоздики. И вот как детки такие, да, смотрите, торчат, да, посмотрите. Видите? А есть побольше? Сейчас покажу вам гвоздики. Сейчас. Где-то побольше гвоздики я видела. А, вот. Видите, как аж скоба такая начинается, да? Маленькая скоба, пиявки такие в две стороны. Тут еще и ромбик, видите? Ну, вообще просто, зачем, по идее, ромбик, да, вот? Вот.
Знаете, вот еще побольше гвоздик. Вот. То есть, ну, вообще, тоже тайна за семи печатями. Все вот эти вот кубки, я уже ведь неоднократно тоже на них обращаю внимание, но как-то я пока не привлекла никакого вообще внимания к этим кубкам. Вот. Вот балка, да, огромная наша, которая любит Ритушка очень балкеть. Куда-то иду, да, видите? Туда-сюда, огромнейшая, огромнейшая на балка. Через арки проходит, посмотрите. И там еще и скобы, я там вижу, я так понимаю. Вот если присмотреться, вот что там углубление около балки? Как будто скобы, да? Видите, идет туда, внутрь. Сейчас покажу. Ну и тут видите, вот посмотрите еще какие, да, интересные вещи. Посмотрите, да, посмотрите. Вибрационные линии даже на арке, на лежащей. Кстати, с этой стороны, как лестница, да, и с этой стороны, посмотрите. Видите? И тут тоже, и с этой стороны тоже. Смотрите. Смотрите, сколько ромбиков тут. Раз, два, три, четыре, пять ромбиков. И огромнейшая, кстати. Огромнейшая. И посмотрите, как она отходит. Посмотрите, посмотрите. Смотрите, как она отходит. Сейчас вам покажу нашу паутину. Знаете, это наша. Наша паутина, а не паучья. Знаете, она. Боюсь даже потрогать ее. По идее, надо потрогать. Но она, видите, не, как бы вроде не прилипает. Сейчас хочу вам показать вам. Мне кажется, что по мне ползает паук, блин. Может и ползает. Хочу вам показать еще вот, смотрите, вот здесь. Вот, видите, тоже с двух сторон, посмотрите, такая вибрация, да, подглядите. Видите? Смотрите. Ну вот эти пупки, да, вот нафига на все двери, да, по идее? Да, одна бы я сюда ни за что бы не пошла, ребятушки. Вот просто. Я даже с ним-то боюсь стоять. Тут что, как будто бы чугун, что ли, смотрите, да? Смотрите. Видите, как жила такая чугунная, смотрите. Видите? Интересно, да? Трогаю, ну, вроде как гранит. Но я говорю, что это же все одно из другого. По моим мыслям образуется, естественно. По моим безумным мыслям. Вот покажу опять вам, как соединяет. Видите, все? Паутинка это. Видите? Вот почему она это, так это все соединяет, и что это потом делается, это нам не надо видеть и знать. Так, ну сейчас я хочу показать вам вот здесь. Отверстие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здесь тоже, ребята, то же самое. Здесь еще есть крестик, а там такой с кубкой, а там нет. Видите? Что за... И здесь нет урабороса, смотрите, да? Хотя здесь костылушка, там какая-то церковь, там был урабурос чугунный, а здесь нету. Видите, с той стороны 10, да? И с этой стороны 10 отверстий. И тут еще окно, да? Чего там? Что за помещение, да, вот, понимаете, туда даже нету, посмотрите, нету. Посмотрите, какой неровный, да, вход в арка. Что за помещение, туда даже нету входа, понимаете, посмотрите. Это нужно откуда-то там где-то подниматься, вообще нету входа. Обратили внимание, посмотрите, даже отсюда, или как, здесь крыша, ребята, там есть помещение. Где вход в это помещение? Два окна, и с этой, и с другой стороны, поглядите. Вот это выросло, понимаете, вот эта надбавка, это выросло. Потому что... Сейчас я его спрошу, как он думает. Так, давайте посмотрим, что тут написано. 15 век, та-та-та. И между 17 и 17 он сейчас. Оратория Сан-Иоанна.
Савойя, коза Савойя, да. Ну, все равно непонятно, как можно туда зайти, блин. Потому что было бы интересно зайти туда внутрь, посмотреть, что там осталось. Тут много чего интересного. Я вижу, вот посмотрите, опять арок дофига, посмотрите, да? Маленьких арок дофига. Видите? Это все съедены. Чао. Короче, ладно, я сейчас выключу пока. Попробуем мы сейчас с другой стороны. Вот наши грибы тут, да? Я просто думаю, как туда зайти. Я хочу туда зайти, ребятушки. Вот просто. Ладно, пока-пока.